Выиграли 5-3. Петербургский клуб «Серебряные львы» одержал первую победу в новом сезоне молодежной хоккейной лиги. Команда Анатолия Семенова отпраздновала успех во встрече с ХК МВД. Отступать было уже некуда. И хозяева, и гости начали сезон с 3 поражений подряд. Еще одну фиаско, и можно вешать ярлык главного неудачника старта первенства. Львы мощно провели первый период, ответив на грубость соперника шайбой, заброшенной при игре 5-3. Отличился Денис Давыдов. Во втором периоде инициативу перехватили уже гости. Мало того, что отыгрались, так еще и вышли вперед после того, как Андрей Бирюков реализовал буллит. Но все-таки у львов есть сила воли. Никита Гаранин сравнял счет, а в середине третьего периода Сергей Шестаков забросил третью победную шайбу. Опять же, при игре 5-3. На самом деле было непросто, так сказать, и показатель второй период, где мы практически проиграли его. Вот, но хотел поблагодарить ребят, они очень хорошо сражались, выполнили все, так сказать, то задание, которое мы им говорили. Проявили волю к победе. Просто молодцы, поэтому, так сказать, ну, я очень рад за них. Формально «Серебряные львы» закончили стартовую серию домашних матчей, но далеко езжать из дворца спорта «Спартак» им не придется. Следующий матч команда Анатолия Семенова проведет в юбилейном, где в ближайший понедельник сыграет против «СКА-1946». Дерби обещает быть жарким.